Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Sony Xperia 10V. И сейчас я покажу вам, как поменять рингтон на данном устройстве. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Звук и вибрация». Здесь мы проходим вниз и видим сигнал вызова для симки номер 1. Нажимаем и можем выбрать что-то из системных мелодий, либо же можем нажать «Добавить рингтон» и добавить что-то из нашей музыки, если оно у вас есть. Вот, если нет, то ладно. И после чего нажимаем «Ок». И то же самое мы можем сделать для симки номер 2. И на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.